Идем теперь в обратную сторону дачи. Нет. Так, слушай, а вот этот бункер, чевагончик, чешо, бомбоубежище, что это такое? Это продают землю. И туда реально 200, можно заходить? 200 баксов, да? Сотка. Хочешь покупать? 10 соток, 2000 баксов? Да. Ну за 4, мать уйти. Вот этот весь участок, да, получается, ну, да? Я не знаю. Нет, тут получается, они измеряют метр. Да, вот так, да, да. Вот так вот. И это, в этом бункере что, ночевать можно? Тёма! Ну, да, Аня, скажи, что мы на озеро пошли, хорошо? Пойдем, гоняй, сынок. Не, ну, в принципе, конечно, прикольно. Под Киевом. Купил себе, да, если... Если, нет, если у человека деньги есть, купил, ну, себе тут, построил. Мать и отлично. Оформила хату на Наталью. Вот, тут... вот это весь вот этот маленький участок. Не, ну, а, господи. Ну, а вот это вот, поняла, где... Не, ну, от... не могут, видимо, обработать его так, чтобы... И далеко еще, наверное, ездить. Да. Ну, поэтому участки хорошо сразу с домами, а шо... Камыши выросли себе, что она будет там делать. Да, это реально так. Считай, там где камыши? Там болоте ставят, да. А что ты на болоте посадишь? Там высушивать надо всю землю. Это получается еще ниже, чем наш участок. Вальтер! Получается, а соседка выше, ниже, а эти еще ниже болоте. Ну и вот здесь земля. Поле. Это как или песок, или... Особенно там, где мы с Лешей проезжали, там земля такая, как... Вообще как песок. Как знаешь, у нас на трещине было пустыри в песке вот эти. Что там же тоже ничего же не вырос. Да. Придомик какой. Что ты аж домой хочешь? Мне нравится. Мне все нравится. Во-первых, вообще нравится, что... С погреба вылезла, что своего погреба. Смотри, тут что-то сделает такое красивое. Да, как белый куст. А смотри с этой стороны, как они дом. Интересно. И кирпич? А что, с такого белого кирпича у вас? Да, да, да. Как вот эти? Тоже пионы розовые и белые. О, да. Красиво. Видал? А это видно, видно клубничка там под этим. Солидного мужчины из-за угла видно. Слушай, а что это за дерево? Оно мне так знакомо. Да-да-да. Ну, сейчас Наташа даст. Что это у тебя там? Подожди, это облепиха или что это? Да, да. Облепиха. Облепиховая роща, смотри. А где ее плоды, ну, где цвет? Дикая. Дикая? Чистый, да. А то ж, ну, на что ветки похожи? Точно облепиха? Ну, очень похоже на облепиху, очень. Пахнет? Ну, вообще что-то ничем. Ничем не пахнет. Это деревья, бачишь? Да, вырос. Какие-то еще вкусные. Да, тоже видишь бункер? Это все участки разделены. Это ива, да? Мне нравится, что тут так зелено, что много травы, зелени. Что отличается все-таки природа. Видишь, аж где участный домик? Участный домик, частный. Неожиданно, смотри. Ой, как там красиво. Посмотри, как он далеко все. От всего. Ну, и одни пионы. Как так можно? Класс. Же как красиво. Такое умиротворение. Он тоже надо насадить цветов побольше. Смотри, а тут одна трава. Здорово. Тоже так интересно. И деревья. Орех. Видишь, вырос большой орех. И такую тень создают на всю эту. И ты видишь, ветра нет. Ветра вообще нет.
Это что-то такое, как на подсолнух похоже. Трава по пояс. И зелененькая. Класс. Солнышко. Это природа. Птицы как поют. Класс. Красиво. А тут видно машина. О, вот эти вот штучки, они на болоте и растут, насколько я помню. Или возле. Класс. Вы слыхали, как поют дрозды? Молодая крапива, смотри. Так освещение такое красивое. Вода. Сколько тут разных растений, я в шоке. Тут можно травником стать. Какие хочешь. Как же оно старается, поет. Огромное дерево. Лопухи огромные. Класс. Это она там орет так. Я люблю вот в таких вот, там где гуще, чаще. Я в детстве постоянно в таком месте проводили время, лазили. Где леса, природа. Класс. Что-то какие-то песок тут добывают. Класс. А мы точно туда идем? Вот это озеро. О, мы дошли до озера. Ой, какое оно. Как гладь. Смотри, какие огромные дерева. Что это за деревья? Это уже не ивы. Это же что-то другое. Сколько зелени. А вечером, наверное, очень много комаров, мне кажется, туда. Вальтер поплыл за рыбой. Прикольно. Вот. Вот такой я уже нарядный весь. Весь в штучках. Нет. И что, тут можно плавать, да? Чини. Не, ну есть там, где не рязко. Тут какая-то тропиночка. Что-то мокрое пробегло. Дома нет. Ого, класс, мостик. А там можно? Ладно, нельзя. Да пусть ныряют. Нет. Пусть ныряют. Нет. Нифига себе, на водичку хотя бы. Ладно, мне, чтоб собака еще ныряла. Нифига себе. Нет, Валь, нет.
Вальтер, нет. Вальтер. Я прыгну, и он за мной. Не надо, вон пиявки сотри, а то улитки плавают. Смотри, улитки что-то до горы раком. Конь. Вальтер, пройди, пожалуйста. Ты с нами разговаривала все это время? Нет, вот это, наверное, остатки той большой сердечки. А-а-а. Поняли? Нельзя. И что, теперь обратно идем? Да. А ты была идти столько. Вот это озеро. Оно было лучше, когда мы с Аллой приходили. Сейчас немножко замутнилось, заросло. Но тем не менее, оно больше, чем то. Видишь? Ну да. И оно какое-то, наверное, и глубже. Видишь, там немножко песочка есть, там люди рыбку ловят. Лавочки забирают. Угу. Да, да. Ой. Красиво. Ты видишь, сколько тут разных растений, деревьев, Вальтер, зелени всяких. Я говорю, можно травником стать. Да.